Так, я Света, я работаю в компании Ядро. Я занимаюсь разработкой эмулятора процессора на архитектуре, на базе архитектуры RISC-V. Наша компания занимается производством конечных устройств, таких как серверы, системы хранения данных и другое. Также для того, чтобы облегчить себе процесс разработки, мы, как я уже сказала, разрабатываем свой процессор и плату. Процессор у нас на базе архитектуры RISC-V. Разработка процессора и вообще программируемых микросхем — процесс длительный. От начала проектирования до момента, когда мы получаем образцы в Кремнии, проходит больше года, поэтому возникает вопрос, как отлаживать, как писать и отлаживать ПО, когда железа еще нет на руках. Или есть, но в ограниченном количестве, а требуется многим. Приходит идея, если реальной железки нет, то, возможно, мы можем ее как-то сымитировать. И действительно, существуют методы, которые позволяют так или иначе имитировать аппаратуру частично или целиком. Это и FPGA, потактовые симуляторы и другие. При этом виды такой имитации могут быть как симуляция, так и эмуляция. Меня нормально слышно там в конце? Окей. При симуляции, сразу определимся с терминами, в рамках которых я дальше буду доклад читать. При симуляции, когда мы имитируем свойства объекта или его функции поведения. При этом мы можем игнорировать логику и принципы работы, например, устройства какого-то. При эмуляции мы не только воспроизводим весь объект и логику его работы целиком, мы еще и все принципы, по которым он работает, также воспроизводим. То есть если, допустим, нам нужно появление какого-то значения в регистре, то при симуляции мы обеспечиваем появление этого значения и логика игнорируется, то есть может игнорироваться, а при эмуляции мы должны воспроизвести не только появление значения, но также вот механизм, почему это значение там появилось, да, какая логика к этому привела. При этом и то, и другое абстрагировано от аппаратных средств, то есть мы можем запустить, например, симулировать процессор RISC-V на физической машине x86, и тогда в этом контексте физическая машина будет называться хостом, а эмулируемая система — гостем. А наш эмулятор мы делаем на базе полносистемного эмулятора QEMU. Это эмулятор, который полностью эмулирует компьютер со всем его оборудованием, со всеми устройствами. Он поддерживает много разных архитектур. Можно запускать на нем много операционных систем. Важно, что он бесплатный и поддерживается большим и активным сообществом. И его архитектура следующая. Процессор, эмуляция процессора делается за счет динамической двоичной трансляции. Есть кодогенератор TCG, который берет блоки гостевого кода, переводит их в машинонезависимые и потом переводит в инструкции для хостовой машины. Память у нас хостовая, выделяется определенное количество, и QEMU это использует. Устройство MemoryMap.io с вводом-выводом в отображение в память, то есть они привязываются к адресу, к участку памяти и реализуется интерпретация попыток обращения к памяти. Все это привязывается к системной шине, которая моделируется, и это позволяет сделать QEMU API, объектная модель, которая позволяет нам создавать типы, наследовать и таким образом создавать устройства. При этом устройства могут быть динамические и статические. Динамические у нас, точнее, статические запускаются при инициализации машины виртуальной, а динамические мы можем уже, когда машина работает, подключить с помощью QEMU-монитора. И все это регулируется главным циклом, который крутится в QEMU, мейн-лупом. Архитектура нашей платформы выглядит следующим образом. Мы используем ядра различных конфигураций. Есть системное ядро, которое управляет начальной загрузкой и питанием. И есть, точнее, менеджмент, сейчас я говорю про менеджмент control unit, SCU. И есть системные ядра, на которых вся нагрузка крутится. При эмуляции такой системы возникает следующая проблема. Так как ядра имеют разную битность 32 и 64, то мы не можем их запустить в рамках одного процесса. Поэтому они запускаются как два разных процесса. И нужно наладить общение между ними, потому что SCU-часть должна, например, что-то, скажем, включить SIS-часть, потому что SIS-часть сама не может подать себе питание. Как мы это решили? Есть mailbox, который пишет и читает в расшаренный участок памяти между двумя системами. Но здесь проблема в том, что когда один процесс в shared memory пишет, другой об этом не знает. И для того, чтобы сообщить из одной системы в другую, что мы что-то записали в shared memory, мы используем файловые дескрипторы EventFD, которые позволяют нам обмениваться событиями и прерываниями. И
Здесь другая возникает проблема, потому что файловый дескриптор в нашей системе — это просто число, а при этом у него есть какой-то контекст, и этот контекст может не соответствовать тому же числу в другой системе. То есть нам нужно как-то сообщить из одной системы в другую, связать эти файловые дескрипторы. Для этого мы используем сокет. То есть мы по сокету передаем файловые дескрипторы из одной системы в другую. И у нас есть механизм интерконнект, который, собственно, это делает. И вся схема выглядит следующим образом. SCU, допустим, Mailbox на этой стороне, при инициализации системы он передает файловый дескриптор в интерконнект сюда. Далее интерконнект передает файловые дескрипторы тоже в интерконнект, но на другой стороне, и отдает это мейлбоксу. Таким образом, системы вот они обменялись этими дескрипторами, и дальше общение строится следующим образом. Одна система пишет в shared memory, поднимает флажок события, этот флажок доходит до другой системы, и вторая система идет читать, что у нас там произошло. Помимо ядер, мы также эмулируем API-блоки нашей платформы. Мы и периферию. При этом моделируется часть моделей, написана нами, часть QEMU-сообществом, о котором я ранее упоминала. Полнота функционала, как мы это пишем, зависит от требований целевого ПО, которое будет с этим работать. Иногда нам достаточно удовлетворить интерфейс, чтобы драйвер нашел устройство, зарегистрировал, что оно включено. Есть. Иногда нам нужно что-то более сложное делать, и тогда мы уже смотрим, что именно нам требуется и как мы будем это реализовывать. Когда мы пишем код, реализуем устройство в QEMU, нам нужно сделать следующие вещи. Мы привязываем устройство к участку памяти. Мы реализуем callback функции readwrite, которые, собственно, будут дергаться, когда идет обращение к этому участку памяти. Мы определяем регистры их офсеты, чтобы это было запись и чтение в конкретный регистр. И мы, собственно, интерпретируем эту запись и чтение в регистре. При этом это могут быть передачи каких-то данных, может быть изменение состояния устройства, или могут триггериться там побочные эффекты, как вот у нас было в случае с интерконнектом, когда одна система дергала процессы в другой. Также мы используем эмулятор для верификации. Мы, во-первых, проверяем функциональные модели с помощью функциональных тестов, написанных нами же на C и ассемблере. Во-вторых, мы проверяем, собственно, корректность написания самих тестов. Они должны давать одинаковые результаты и на модели устройства в QEMU, и на RTL модели этого устройства. Для проверки всех наших программных разработок касаемо эмуляторов у нас существует регрессионное тестирование. И также это все помогает нам отлаживать BSP, я здесь не написала, но скажу. И аппаратная часть у нас тестируется совместно с ПО, когда у нас на эмуляторе запускаются ядра, а на потактом симуляторе или в FPGA мы запускаем уже контроллер. И вот про вот эту часть, про про тестирование аппаратной части с ПО расскажет Александр. Соответственно, Светлана рассказывала про разработку QEMU, но, соответственно, тут есть для того, чтобы нам проверить, отладить ПО, отладить тесты, есть несколько подходов, каждый из которых имеет свои достоинства, имеет свои недостатки. Ну, QEMU, то, о чем говорилось, вот, понятно, что это быстро, понятно, что тут мы можем запустить операционную систему класса Linux, вот, но при этом есть свои минусы. У нас могут быть в составе чипа достаточно сложные устройства, как, пример, кодеки, для которых писать модели в QEMU, готовых моделей нет, а писать модели достаточно тяжело и мало целесообразно, но в то же время есть RTL-модели этих устройств, которые, соответственно, идут в чип уже. Ну и второе — это то, что довольно сложно бывает подключить то или иное аппаратное устройство к QEMU, это не всегда просто. Можно использовать потактовый симулятор, это VCS, это XSIM, ну и другие симуляторы, вплоть до вирилятора. Вот, тут тоже свои проблемы. Да, у нас, соответственно, есть готовая модель RTL, они у нас есть, потому что есть чип. Есть возможность точной потактовой симуляции воспроизведения поведения оборудования, но при этом это очень медленно, и, естественно, Linux вы на такой конфигурации не запустите, он у вас будет неделю стартовать и не стартанет. Вот. Ну и третий возможный вариант — это FPGA-прототип, когда мы весь чип реализуем внутри одной или нескольких FPGA. Тут мы можем, да, мы можем подключить оборудование нам необходимое, ту же камеру, тот же экран. Тут мы можем, естественно, точно все промоделировать, но при этом это дорого, так как FPGA стоит немало, крупное. Это долго, если у нас есть ошибка в дизайне, мы будем пересобирать там часов по 12 весь чип, чтобы сделать прошивку. Вот. Ну и, соответственно, есть проблема, которая возникает на больших чипах, когда все это не лезет в одно FPGA, и начинается разделение на несколько FPGA со всеми накладными расходами на это. Соответственно, какой возможен вариант? Это косимуляция, то есть совместная симуляция в нескольких симуляторах. Ну вот у нас это QEMU и
честный потактовый симулятор, это программная косимуляция, или, соответственно, это совместное использование Кему плюс FPGA, когда мы можем в том числе провести симуляцию не только с IP-Core, а и с необходимым внешним оборудованием. Вот, для того, чтобы, соответственно, ее сделать, нам нужно как-то связать два симулятора, то есть через какой-то мейджик заставить их между собой общаться. Вот. Ну, в качестве такого мейджика мы взяли открытую технологию, это Remote Port TLM технология. Она базируется на SystemC TLM, то есть у нас есть Кему с добавленными устройствами для того, чтобы общаться с Remote Port'ом. А дальше в оригинале этой технологии используется вот такая связка SystemC TLM, когда есть бридж, преобразующий вот этот Remote Port вызов в TLM, SystemC транзакции, и дальше интерконнект, который уже адресует эти транзакции в ту или иной design under test, который видно в конце. В основном это то, что касается AXI-шины, ну и, скажем так, производных, то, что идет под общим названием AMBA всех шин. Ну вот каким образом это реализуется, то есть взаимодействие идет через сокет, открывается сокет или сокет домена Unix или, соответственно, TCP-сокет, и идет обмен пакетами, когда, соответственно, один из симуляторов отправляет пакет, второй на него отвечает. Пакетов разных достаточно много, большинство из них соответствуют транзакциям по шине AXI, то есть это чтение, запись данных, это прерывание, вот. Ну и есть, соответственно, пакеты настроечные и пакеты, которые позволяют между симуляторами синхронизировать время, насколько это возможно. Вот, структура пакета всегда содержит некий базовый хедер, в котором тип команды, определяющий тип пакета, ID, который позволяет не ждать нам того, что там предыдущий пакет, на него ответ пришел, сразу заправлять следующий. Ну и, соответственно, для специфичных пакетов, ну, например, для read-write пакета, понятно, что там адрес данные, то есть это полное соответствие AXI транзакции, которая в этот пакет целиком упаковывается. Вот. Так как у нас не используется SystemC, у нас используется потактовый симулятор, то для того, чтобы нам привязать вот эту вот технологию Remote Port к потактовому симулятору, мы использовали DPI, System Verilog DPI, это стандартная технология, входящая в стандарт System Verilog, которая нам позволяет дергать C-шный код из System Verilog, ну и, соответственно, обращаться к System Verilog-овскому коду из C-шного. То есть здесь собирается код на C, собирается в виде библиотеки, к нему подключается хедер, который генерируется на этапе сборки System Verilog, и дальше эта библиотека подается потактовому симулятору вместе с результатами сборки System Verilog и производится совместная симуляция всего вот вместе. Вот, ну вот, в данном случае у нас это Кему и симулятор, связанный через TCP-сокет или через Unix-сокет. В случае TCP, соответственно, мы можем моделирование, симуляцию разнести по двум машинам. Иногда это бывает удобно. С точки зрения Кему, соответственно, у нас есть псевдоустройство, это RP-мастер, которые переадресуют обращения в память устройства, преобразовывая их в вызовы Remote Port, в транзакции Remote Port. Таким образом, работает случай, когда у нас Кему является мастером на AXI-шине и передает транзакции. В случае, если у нас Кему является слейвом, когда у нас, например, осуществляется прямой доступ в память DMA, или в случае прерывание, есть отдельное устройство, которое, соответственно, осуществляет преобразование пакетов в транзакции в память гостевой системы в Кему. Ну и все это передается, соответственно, в сокет. Со стороны потактового симулятора здесь была просто сделана библиотека, которая реализует вот этот вот Remote Port DPI преобразование в случае. Опять же, AXI Master все достаточно просто. Это просто функции, которые пишут, читают память. В случае AXI Slave тут ситуация чуть более сложная в том плане, что у нас необходимо обеспечить полностью работу шины AXI, то есть burst и выдачу, допустим, нескольких адресов, выдачу данных отдельно, и данные могут приходить независимо от адреса, поэтому, соответственно, тут ситуация чуть более сложная в том плане, что все данные набираются в очередь, ну и потом по необходимости выгребаются, отправляются в Кему. И еще одна технология, которая сейчас у нас активна в разработке, это аппаратно-программная или аппаратная косимуляция, когда у нас на x86 хосте запущена Кему с TLM уже здесь портом, здесь как такового потактового симулятора не представлено. И через VFEO он обращается к PCI-Express-карте, которая вставлена в x86 хост, на котором уже раскручено, во-первых, открытое, в данном случае оно тоже поставляется с TLM, вот этим вот System Remote Port, которая преобразует PCI-Express вызовы в вызовы через DMA в AXI
вызовы к тем или иным дизайнам, которые раскручены уже в FPGA. Таким образом, мы можем, не раскручивая целиком всю систему внутри FPGA, мы можем просто раскрутить в ней одно или несколько IP-ядер и просимулировать их совместно с основной системой, которая у нас работает на x86 хосте в Кему. На этом все. Спасибо вам за внимание и, соответственно, готовы ответить на вопросы. Спасибо. Алло? Неужели нет вопросов? Здравствуйте, коллеги. Михаил Шегорин, Анна Ньюс. А можно первый слайд? Какой? Первый. Это второй после нуля. Самый-самый первый? Да, там просто было интересно. Да, вот еще чуть-чуть. Да, вот, собственно, второй пункт, он, конечно, интересный каждый раз. Вы его можете как-то прокомментировать с точки зрения того, сколько средств было вбухано в ядро до сих пор и, собственно, где аппаратура? И также интересны ваши оценки уровня производительности тех ядер, которые сейчас, ну, над которыми, собственно, вы с коллегами работаете. Ну, в данном случае мы являемся разработчиками симулятора. За аппаратуру я тут говорить не готов, поэтому, наверное, с аппаратурой вопросы именно в компании «Ядро» официально. Если есть вопросы по симулятору, то готов рассказать. Понятно. Когда вопрос закончился, у меня маленький комментарий. В ядро вбухано госденег как минимум 60 миллиардов за последние 3 года. Из них 40 миллиардов, по моим данным, в прошлом летом ушли Ахметову через Узбекистан. Там у них тоже есть офис. Вот. И моя оценка того, что нам пытаются впарить, это цифровые ножки Буша. То есть там уши IBM торчат более-менее из всех сторон. И со стороны RISC-V Foundation, и со стороны KNS ядра. Вот. Так что смотрите, люди, что нам пытаются впарить. Так, хорошо. Ответ на вопрос, да? Давай. Добрый день. Скажите, пожалуйста, как вы это дело отлаживаете? Погромче, пожалуйста. Как вы все это дело отлаживали и как вы в этих предах отлаживали целевой код с помощью QEM, что строит по протоколу ГДБ, либо какой-то код? Ну, в случае, если это полностью кему, то тут, да, тут используется в основном кемовский ГДБ. В случае, если это кему плюс симулятор, ну, там можно и временные диаграммы развернуть, и, соответственно, с помощью них отлаживаться очень часто, потому что бывает. Подскажите, я так понимаю, задержки можно эмулировать только на пошаговом эмуляторе, а если есть задача оценки производительности именно на уровне, допустим, операционных? Были, допустим, какие-то попытки смоделировать реальные задержки на шинах, потому что в системе не получается работать мгновенно? Ну, вот для, конкретно для ремоут-порта, там есть средства синхронизации времени между симуляторами, там есть пакеты, которые время синхронизируют, вот, но так как с точки зрения кему там вот это вот время, оно не сильно имеет большой смысл, так как он все-таки не потактовый, поэтому оно весьма условно сделано с точки зрения аксислейва. И скажу, что пока вот вопросы именно оценки производительности работы совместно кему и аппаратного IP-ядра не смотрели, сейчас вот больше посвящено именно функциональной отладке. Отладка функциональности драйверов, а не перформанс. Мы к этому, скорее всего, придем через какое-то время. Спасибо за доклад. Виталий Чехов, системного программирования. Возник такой вопрос. У вас два устройства, собственно, из CPU, видимо, и главный процессор работают на 2PM. Как вы обеспечиваете организацию управления питанием, когда стартуют 1500 времени? То есть это такой достаточно болезненный вопрос. Как у вас устройство по такту не нужно просто. Ну, в данном случае они разворачиваются одновременно, эти симуляторы, а дальше уже через, вот, через мейлбоксы вся синхронизация идет именно обменами через мейлбокс. А так раскручиваются оба параллельно. В том числе общее устройство, там таймеры? Да, и... да. То есть задержка не очень большая? Ну вот насколько сталкивались, пока нареканий на это не было. Спасибо. Спасибо за интересный доклад. Как я понял, у вас есть 3 разных способа. QEMU, симулятор программный и вот аппаратное решение. Они дают разные свойства в отладке. Как вы выбираете, преимуществами которого воспользоваться в вашем конкретном случае тестирования? Ну, вот если честно, сейчас в компании применяются параллельно все 3 способа, плюс вот то, что мы делаем по косимуляции. То есть, да, сначала первоначально тесты отлаживаются на кему, это некий такой совсем базовый вариант, потом частично передаются, где это возможно, на потактовый симулятор, и вот симулируется полностью целиком чип на RTL, потому что не делая чего-то одного, мы можем получить потом уже проблемы с конечным дизайном. То есть вы
постепенно переходите к следующему способу тестирования, в следующей среде, когда вы утыкаетесь какие-то ограничения. Да, или когда мы понимаем, что на этой среде мы уже ничего не выловим. Угу. Супер, спасибо. Ну, видимо, там больше нет, аплодисменты. Спасибо большое.